праздничные дни не остались без работы и сотрудники МЧС России по Ивановской области. Для них в мае открывается пожароопасный сезон. В сухую и теплую погоду выходных в регионе активно горела трава. За 5 дней пожарные зафиксировали 114 возгораний сухой растительности и 1 лесной низовой пожар. Основной фактор возникновения пожаров – человеческий. Из года в год сотрудники МЧС ведут активную пропаганду пожарной безопасности, призывая пироманов не поджигать траву. Как и раньше, в этом году спасатели напоминают, что поджигателям будет грозить административное правонарушение. На территории Ивановской области создан центр по охране лесов в соответствии с госзаданием, на которого возложено тушение лесных пожаров на территории Ивановской области в лесном фонде.